Всем привет! Вы на семейном творческом канале. Сегодня у нас с вами будет небольшой обзор покупочек из FixPrice. Посмотрим, что я купила, и протестируем одну очень интересную вещицу. Ну что ж, и первое, с чего я хочу начать, это вот такой корм я всегда покупаю в FixPrice. Perfect для домашних кошек со вкусом курицы. 55 рублей в FixPrice цена его. И здесь у нас 190 грамм, подешевле, чем в обычных сетевых магазинах. Следующая моя покупка, это вот такой блокнот Серафима себе выбрала, 99 рублей его цена. Здесь у нас называется Бомбора, это новое название, Эксмо Нон Фикцион, лидер на рынке полезных и вдохновляющих книг. Мы любим книги и создаем их, чтобы вы могли творить, открывать мир, пробовать новое и расти, быть счастливым, быть на волне. Вот такой вот блокнот Бомбора. Вот такой яркий. И здесь у нас, смотрите, смайлики, вот такие вот желтые красивые странички от светлого к темному желтому. Внизу, посмотрите, как интересно. Вот такие смайлики, как прошел мой день, моя активность сегодня. И вот здесь вот тоже вот такие вот смайлики. Он такую точечку какую-то непонятную. Ну, в общем-то, блокнот Emoji называется. Следующая моя покупка. Покупаю уже второй раз. Печенье девочки овсяное. Всем советую. 50 рублей. 600 грамм, можно в пост, очень вкусно. Единственное, что, конечно, я вот так всегда, когда овсяное печенье беру, я всегда его немножечко щупаю, чтобы оно было мягеньким. Это печенье очень мягкое, сладенькое, такое сахарное, и у него очень хороший состав. Здесь 600 грамм, повторюсь, 50 рублей цена в FixPrice. Классное печенье, берем уже второй раз. У меня очень любит Настюша овсяное печенье. Следующая покупка для Настя, что себе выбрала сегодня? Вот они себе выбирали Сима-блокнот. Настя себе вот такую бутылку выбрала. Спортивную уж этих у нас бутылок полно, но такой еще нет. Цена 99 рублей в FixPrice. Здесь 0,5 миллилитров на пол-литра. Такой вот замочек. Единственное, что мне кажется, уж больно какое-то широкое отверстие для питья, но не знаю. Смотрите, также здесь идет вот такая вот веревочка. Бутылка для воды. Даже здесь написано, что на 0,6 миллилитров. Это 0,5. Линия до 0,5. А вообще написано 0,6 миллилитров. Ну, изготовлена она от 100% полиэстер. Срок годности не ограничен. Ну, пластик вроде бы такой хороший, прочный. Она такая яркая, красивая. И удобно, что она очень хорошо защелкивается, то есть достаточно туго. И вот сюда вот вешается вот эта вот веревочка. Там были еще оранжевые такие бутылки. У них был нарисован здесь велосипед и, по-моему, зеленый. Вот Настюша себе вот такую выбрала. Единственное, что уж, ну, могли бы клеить ценник хотя бы вот на дно, потому что потом очень тяжело отмывать вот этот вот скотч после ценника. Купила я вот такую крутую антимоскитную шляпу, противомоскитная для защиты головы и шеи от летающих насекомых. 99 рублей цена в FixPrice. Купила для папы, повезу папе. Он у меня любит очень много рыбачить, ходить в лес за грибами, и приобрела ему вот такую шляпу. Значит, идеально подходит для грибников, рыболовов и туристов. Ну, как я и говорила вам. Удобная резинка фиксации на голове. И также имеется затяжной шнурочек возле шеи. 100% полиэстер. Размер универсальный. Срок годности не ограничен. Производитель у нас, кстати, смотрите, Санкт-Петербург. Это даже наше сделано в России. Ах, да, вот, смотрите, написано, что сделано в России. Не знаю, не хочу я ее открывать. Вот здесь сеточка и шляпка сама такого защитного цвета. Не хочу скрывать, чтобы так вот в чемоданчик удобно было положить.
и вести. Еще одна моя покупка, которую мы сегодня вместе с вами протестируем, это вакуумный пакет с крючком. Надежная защита одежды, постельного белья, от влаги, пыли, пятен, плесени и моли. Уменьшает объем до 70%, то есть смотрите, до и после. Цена 55 рублей, взяла пока один, но у нас их там всего 3 или 2 штуки висело, я взяла один. Для чего я его купила, сегодня, сейчас вы чуть позже, кстати, и увидите. Он изготовлен у нас в Китае, полиэтилен 100%. Так, ну что, сейчас мы вместе с вами протестируем этот пакет вакуумный. Так, смотрите, он действительно таких внушительных больших размеров. У него имеется крючок для того, чтобы было удобнее хранить, но он мне не нужен. Здесь нужен насос. Насоса у меня нету, поэтому я попробую пылесосом. Слышала, что пылесосом тоже это делают. Сейчас я сложу в него вещи. Посмотрите, он такой больших размеров. Сейчас сложу в него все вещи. Везу к маме вещи, которые я не ношу. Вещи, которые мне отдают здесь. У меня очень много родственников. Многие живут в деревнях, как бы им там пригодится, сносится. Вещи все хорошие, тем более, практически как новые. Поэтому вот придумала такой лайфхак, чтобы поменьше места было в чемодане, так как нас едет четверо. И чемодан мы в этот раз берем всего лишь один, так как мы едем всего ненадолго, да. Но, опять-таки, когда вы увидите это видео, мы уже будем у родителей отдыхать. Поэтому из того, что мы берем один большой чемодан на четверых, чтобы все вместилось и хоть какие-то вещи немножко перевести, я вот решила вакуумный пакет. Почему не хочу наши вещи в вакуумный пакет? Не знаю, мне кажется, что они помнутся, будут как из попы. Но я еще об этом, кстати, думаю, о том, чтобы также в вакуумных пакетах свои вещи сложить. Смотрите, какой он объемный, это почти целый чемодан. Теперь я должна его... Олег, оп, посмотрите, все. Нет, конечно, и закручиваем. Конечно, в таком виде вести нет, все будет мятое, а вот чтобы перевести вещи, в самый раз. Посмотрите, все, всосалось такой кирпич. Тест-обзор прошел. Ну, вот такие вот у нас совершились покупочки в фикс-прайсе, их немного. Мы уже готовимся к отпуску, и, наверное, когда вы посмотрите это видео, мы уже будем в отпуске у моих родителей. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока, до новых встреч!